Мы наигрываем стандарты и много тактически работаем с игроками. Конечно, где-то не хватает технического мастерства все реализовать. И понятно, что будет шаг за шагом. То есть мы готовимся от матча к матчу, потому что тяжело говорить о том, что хороший у нас результат или нет. У нас первая победа. Все равно о команде говорят как о победителе, да, если она выигрывает. Поэтому мы уже мыслями настроены на следующий поединок. И сейчас в экстренном порядке необходимо что-то поправлять. Первый гол, который мы отрабатывали на тренировках, эти упражнения, вот, сделали все как надо, как говорила Елена Александровна. И получился гол. Я только ножку подставила, и все. Передача была очень хорошая. А второй гол, не знаю уже, честно, как прям хотелось очень сильно еще забить. И Эля подала очень хорошо, и вот уже как получилось. Честь и хвала игрокам, потому что они не забывали как про оборону, так и про атаку.